Привет вам, самые любопытные любители электроники. А видели ли вы когда-нибудь, чтобы при касании всего лишь одной кнопки или одного проводочка какая-нибудь лампочка включалась и выключалась? Да, конечно, видели. Это же сенсорный выключатель. И такой сенсорный выключатель выпускается, продается за хорошенькие денежки. А видели ли вы у кого-нибудь такую схему, чтобы именно касаясь всего лишь одного проводочка, можно было включать и выключать, ну, практически любую нагрузку? А? Скажем, вот такую мощную лампочку, а не только вот такой вот слабенький светодиодик. Вот сейчас я вам прямо сейчас и покажу такую схему. Точнее, я ее уже показал, осталось только рассказать про нее. Базируется эта схема на удивительнейшем изобретении, которое называется однокнопочный триггер. Никаких транзисторов, никаких тебе микросхем. Нажимаем одну только кнопочку, и вот этот светодиодик то потухнет, то погаснет. Питается схема 12 вольт, и вроде ничего из себя такого сложного не представляет. Но свойства у нее поистине удивительные, и возможности очень даже широкие. Многие такие возможности и свойства я уже показал и рассказал. А сейчас я сделал на этой схеме сенсорный выключатель. Как сделал? Ну, беда в том, что вот просто так заменить вот эту вот кнопочку, пимпочку, на транзистор или на проводочек нельзя. Через нее проходит достаточно большой ток, и ток этот еще проходит в разные направления. Вот если по схеме глянуть, то эта кнопочка находится именно здесь. Именно сюда мы нажимаем пальцем. Здесь у нас реле, здесь у нас РЦ-цепочка, а здесь у нас переключающиеся контакты, которые питаются от вот такого аккумулятора. Схема может быть сложнее, схема может быть проще, но... Дело-то все в том, что вот просто так сюда поставить какой-нибудь полевой транзистор или даже биполярный обыкновенный невозможно. Почему? А потому что ток через вот эту вот кнопочку идет то в одном направлении, то в другом направлении. А как известно, ни биполярный, ни полевой транзистор так себя, ну, как бы не ведут, то есть не проводят токи. Есть такая штука симистор, но пристроить сюда симистор, наверное, можно, если только очень осторожно. Но я не стал заморачиваться, а взял обыкновенный полевой транзистор, обыкновенное реле и приделал все это дело вместо кнопочки. Да, вот здесь у меня есть реле, которому пофиг, в какую сторону течет ток. А вот здесь у меня полевой транзистор, который управляет этим реле. А как мы знаем, затвор полевого транзистора штука очень чувствительная. И вот здесь он у меня, конечно, этот затвор на минусовый, на землю, заведен через 0,5 мегаома. Можно 1 мегаом сюда поставить. А вот этот вот свободный проводочек, который есть затвор, висит в воздухе. Ну, вру, конечно, не висит он в воздухе. Через резистор-то такой он вовсе не в воздухе висит, а на землю завязанный. Но когда здесь у нас появится какая-нибудь помеха или излишний потенциал в виде моего пальца, моей руки, моей ноги, то этот потенциал сработает с полевым транзистором. Транзистор дернется, конечно, он нагрузку не включит, он один раз щелкнет этим реле. Но нам этого вполне достаточно, потому как он исполнит функцию вот такую. Щелк и готово. Щелк и готово. Всю остальную нагрузку, умственную и электрическую, возьмет на себя вот этот исполнительный механизм, который по нажатию всего лишь одной кнопочки, вот так вот, один раз, включается и выключается. Что я вам и показал. Ну-ка еще раз посмотрим, получится или нет. Ой, не той рукой. Вот так. Вот так. А вот так, а вот так. В общем, классно получается, все включается и выключается. А на этом все. Пока, до следующих встреч.